Меня часто спрашивают, почему так много насилия в вашей литературе. I'm often asked why there's so much violence in your books or in your literature. Дело в том, что я родился в СССР, и насколько я помню себя с детства, мы дышали воздухом насилия везде. В детском саду, в школе, на улице, в семье, ну и дальше там армия и так далее, это работа. Все было пропитано сотнями оттенков насилия.